Всем привет, ребят, с вами я, Дед Мороз, и со мной сегодня Хрюша. Как выйти отсюда? Не как знаю, отсюда? Я, короче, его, здесь его закрыл, так как он не хотел сниматься. Но... Выпустите меня, я хочу в КС! Ай! Тварь. А! Ладно, пошли. Ребят, с вами Ник, Хрюша. Так, блин, ты куда? Я уже все. Мы даже не прочитали правила, еще рано. Правила! А я уже. Только ничего не трогай. Рождественское приключение. Автор игры. Адский док. А ну-ка, нормально, обратно телепортнись, да? Так, строго следовать сюжету, не забегать. Вперед и не пытаться. А, не забегать вперед и не пытаться обмануть. Так, игра на мирной сложности. У тебя мирная стоит? Да. Частица у меня стоит на минимум. Звуки на 100 надо делать, но я оставлю на 50, мне неудобно. Частицы минимум, да? Так, обязательно все. Все. Я иду. Ты ничего не трогал? Да не, ничего, ничего. 5, 4, 3, 2. Мне оставь. В холодильнике все лежит. Ты мне один хот-дог оставил. Так я один съел. А чё, я тебе два должен был давать? Так. Телефон, несколько денег. Вот и песенка пошла. Ага. Ты спешишь? Идём. Раньше меня, мы тогда... Ну, чё, не успеем. Ой. But the fire Танцуй. Is so delightful, and simply no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I've got me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. Посмотри на сад. Слушай, а тут можно у него ключ от двери вот этой купить. Покупаешь? Ну это починки надо покупать. Ну я могу купить, но зачем она сейчас нужна? Давай ее в конце пройдем. А, ну да, если сможем, на креативке сюда прилетим, там что-то. Да. Но потом, ребята, заранее мы уговорим, этой карты не станет. Да, этой карты не станет. Ну именно у нас. Так-то вы можете ее скачать, я ссылочку оставлю на сайт. А я оставлю на его сертификат, что он приел. Ой! Привет, как дела? К нам привезли новые плюшки. Что будете, пончик или плюшки? Я буду пончик. Я пончик купил. Я не знаю, я что-нибудь другое. Так, ты отходи, а то у него бери, должно быть он вкусный. На, возьми пустую банку от кофе. А, блин, не такое. Я чуть ли не взял. Я салат. Это здоровое питание, да? Я за ЗОЖ, понял? Блин, я куплю еще кофейка. Я все равно еще голодный. А, мои деньги! Мои деньги! Как? Как их достать? Звони в телефон. Алло. Здравствуй, сынок, как дела твои? Короче, он типа... Да мне насрать, мне деньги нужны! Тише, я с нашими родителями разговариваю. Здравствуй, сынок, как твои дела? Приезжай к нам, отметим Новый год всей семьей. Хорошо. Ой, я его выпустил. До встречи. Нужно я его выпустил. В квартиру, взять паспорт и деньги на билет. Эх, почему я не взял все сразу, хотя, с другой стороны, я бы мог потерять все деньги в местных лавках. Короче, после этого нужно купить билет на вокзале, на поезд и отправиться к семье. Ты чё там этого? Ты его куда выпустил? Он убежал. Я не хотел. Я все еще голодный, ты куда его отпустил? Я, кстати, паспорт сразу взял, нам не придется возвращаться. Я паспорт сразу взял, мне придется возвращаться, очень удобно. А, кстати, ты кофе не пил, на. Я ж кофе тебе купил. Да, давай. Это ж не пустая. Ладно, кружка. Чувак, пока! Он съебался. Это пустая кружка кофе. Я тебе полную дал. Нет, она пустая. Че, давай еще куда-нибудь? Ой, пойдем в бар зайдем. Нет, у нас денег мало, нам надо купить. У меня $34. А почему у меня 23? Ты где-то взял дополнительные деньги. Дели напополам, короче, все. Пошел в жопу. Сам пошел в жопу. Ну ладно. Стой! Нам нужно билет купить, а мы. А, сейчас, бляха. Сейчас я тоже туда билет куплю, вот сюда. А у тебя паспорта нет. А, дай тогда паспорт.
а он один. Все, больше у меня его нет, я купил билет. Пошли вместе со мной. Слушай, ты охренел? Да пошли ты зайчиком прокатишься. Здравствуйте, он зайчиком, если что. Да, и это, он за меня заплатил, да. Да, здравствуйте, здравствуйте, тут билет. Не ори. Пошли назад. О, житель. Ну, поехали. Ой, у меня, кстати, паспорт вернулся, ура. О, у меня дали паспорт. Да, ну вот, хорошо. А билет не дали? Не-не-не. А у меня есть билет еще. На, я тебе билет дарю, бери. Так, поезд остановился. Интересно, почему нужно... Я его выкинул. Молодец. Так. Можно посмотреть, почему, как да? Как же холодно. Как же холодно. Поехали, вперед, попал. Ну, а что нам делать? Что там светится? Поезд светится. Тук-тук-тук. Может, а, я увидел. А, вон, я что-то вижу, реально. Вон, около дерева, да? Да, вон, это подарок? Подарок, подарок, да. Тот светящийся, короче, этот лампа, как его. Да, это лампа, это текстуры просто. Так, а вдруг он открывается, подожди. Откуда тут подарок? А, вот, тут еще есть. Тут еще есть. Смотри, тут. А может, по этим подаркам нам идти надо? Смотри. Дальше это, что-то... Так, так, так. Где ух ты! У меня, кстати, креативка почему-то. Сейчас, подожди, я ГМ-0 включу. Прикольно! Ай, бляха. На урон наносит. Да, и так, все. А потом у меня почему-то ГМ не 0 стояло. Куда здесь идти? Подожди. По подаркам надо паркурить, я понял. Все выше. Видишь, это типа мешок Дед Мороза. Бляха. Ой, я запаркурил, иди сюда. Я тебя жду. Я не могу! А дальше куда? Вверх ко мне. А, и дальше на... Уху! Походу нам туда прыгать. Нам надо вон туда, видишь? Да? Тише, тише, тише. Тише, да, Вася, ты не будь дурачком. Да ты это нечестно так прыгать. А я честный. Ага, что вот. Что это за место, блин? Ай! Это эльфи, что ли? Я попал в резиденцию. Подожди меня! Морозы, да я жду, да. Ау, и почему я разговаривал сам с собой? Нужно пойти. Да, дальше, блядь, как в пизду, я где-то пахнуть. Ты чё? Я бомби. Иди отсюда. Смотри, я эльфов нашел. Привет, алкашня! Чё почём? Нахрен. Эй, ты чё встал? А ну за работу. Ты чё хочешь? Ты чё носатый? В себя поверил? Я тут проездом, так скажешь. Ты читать не умеешь? Ой, извини, выход. Да-да-да-да-да-да. Давай я буду читать. Ой, так. Да-да, я знаю, я вас. Ну все. О, там два сундука. Что, поможешь? А... Алмазный мой. Подожди. Они пусты. Давай я это задание выполню. Тут походу какое-то задание. Так, блоки нет, золота задание. И алмазов. Ставь вон те блоки изумруда, блоки под водой. Ой, мне кирку дали. Опа, мне тоже. Походу нам нужно ломать вот эти блоки. Да, там что-то падает. Да не эти. Вот что-то, вот, я же говорю, что-то падает. Давай, я золотые блоки, ты алмазные ломай. Окей, давай, давай. Это твой. Вон твой алмазный. О, кстати, комната Дед Мороза уже открылась. Ладно, да будем уже как по-честному надо. Ну да. Не, прикольная карта, ребят, советую пройти, особенно если с другом весело. Да, с другом весело, но вообще она на одному, но так-то с друзьями всегда веселее. Так они одни учли, что если с другом играешь, то ему тоже выдается все. Угу. Слушай, нам долго еще это ломать? По-моему, нам надо уже не ломать их, а уйти. А теперь сундуки, так. Давай, я золотой сундук ложу, ты алмазный, а мы идем к Деду Морозу. Положил. А, и кирку... Кирку тоже? Да, кирку тоже. Смотри, я его вижу. Это самый настоящий Дед Мороз. Нам не туда, нам туда. Нам сюда. Да, мы там были. Я знаю. Деда Мороз. Ну здравствуй, кто ты б не был? Ого, ты такой большой, прям великан. Давай буду читать за героя, а ты за Дед Мороза. Это ты просто маленький, загадывай желание.
хочу. Совсем скоро начнется Новый год, и мне бы хотелось встретить его. Сам это, встретить его со своей семьей. Ну и пошел ты нахуй! Твое желание исполнено, прыгай сюда! Счастливо! Я разбился! Со, я к тебе отыпехнусь! Ого, ничего себе! А ведь может Дед Мороз дом моих родителей в конце улицы, может быть я еще успею. Открывай, сука, а ведь может Дед Мороз, когда хочет, или что там он там написал. В конце улицы, вот этот дом наш. Эй, привет, мама, папа, я, короче, с другом пришел, он мы приемные. Алкашковатый. Опа, да кто нахрен? Это не мама, мама с папа, а вот и я с праздником. Да ты читаешь? С Новым годом, сынок! С новым счастьем! Давай садись за стол, хорошо? Я сразу не раздумывал. Садимся на стол. Слышишь? Да. Что вы слышите? Салют, давайте посмотрим. Пойдем. Я смотрю уже. Как красиво, Новый год. Я считаю, Новый год нужно встретить со своей семьей. Это время, когда все мечты сбываются. С Новым годом! Прикольная карта, мне понравилась. Автор карты Адский Дог. А это все? Конец? Так быстро? Да, очень-очень маленькая. Ребят, я вам серьезно советую, пройдите ее. Мне она понравилась. У меня не было новогоднего настроения, но она теперь у меня появилась. Да, еще эта музыка, которая была в нашем прошлом видео, помнишь? А, пойдем к семье. Пошли, идите. А что они в нем ходят? Иди сюда, салют смотреть. Я пойду посмотрю. А я знаю, как их выпустить. Я хочу посмотреть, откуда там этот салют. Я сейчас с тобой давай тоже. А, вот тут какая-то фигня. Я фейерверки забрал. Нахрена, верни, дурак. На, я тебе дам. Я сзади. Где я тебя не... А, вот, на. Я их сейчас дюкну просто, смотри. Вот, на, держи. Все, я вот пошел дюкать. И, ребят, конечно же, жалко эту карту, но... Подожди, давай сначала фейерверк устроим. А где песню? Я пока сломаю это двери и схожу к соседям в гости. А, окей. Здесь и соседи есть. Короче, ребят, мы сделаем с этой картой того, что иногда не некоторым хочется. Это взорвать ее, короче, все. Я взрываю вот этот дом, ты взрывай родителей. Старной. Отметили Новый год. Что-то это, я тебе говорил, что этот фейерверк из Китая. Да. Так вот, походу, он не работает как фейерверк, больше как динамит. Я про чайник забыл! Чего-чего? Про чайник? Я не могу. 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 Я не могу.
не лучше, чем я принес. Я еще не видел, что я сделал? Вижу. Да блин, ты мой динамит задействовал! Ну зачем так делать? Я ж попросил тебя. Ну я ж случайно, я не знал, что от твоего дома достанет. Я ж поэтому говорю, подожди, я-то знаю, что, блин, может достаться. Майнкрафтер гребаный. Полетели, там еще поезд там взорвать надо. А где он, ты знаешь? Нет. Ну вот именно. А, чувак, это вообще... Это отдельный мир. А как ну раз... ладно, давай прощаться. ТП обратно, ну не знаю. Короче, да, давай прощаться, мы хотя бы... Давай, становись сюда. Давай вот ко мне подлетай, чтобы прям видно было нашу разрушку. Давай, лети ко мне. Вот как я стою. Повернись, давай. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Это Новый год. Короче, ребят, с вами был Ник, а я еще... Харюша. Да, который жрет все подряд, а потом выплевывает. Мани, мани, у тебя во рту. И, ребят, мы, скорее всего, еще выложим видео, как мы проходим карту, ну, примерно через... Если вы наберете... Сколько лайков? 5? Если вы наберете столько-то лайков, то мы пройдем еще одну карту. Короче, 2 лайка, и мы еще снимаем, потому что нам еще хочется карту проходить, ребят. Давайте, ребят, всем... Один лайк, и мы сразу начинаем снимать видео с новой карты. Да, согласен! Ой. Я лопатку выкинул. Ну, чувак, короче... А как мы отсюда спустимся теперь? Ну, всем пока. Ну ладно. Пока. Я как будто тут кого-то похороню. Пока. Удачного Нового года. Посмотри, посмотри, смотри, смотри. Ну всем настроение. Пока.